Сейчас из него сделаем. Его даже видно. Так, один. Миталионы. Это когда волк, вот это все внизу. Мы их распаковали. Покажи коробочку. В этой коробке был ледоволк. А сзади вот нарисовано, как он делается в огромном. А как что там? Что там? А, там еще нужно 3 металлионов, чтобы кто получился? Король варваров. Меня не удержать! А, у нас для этого металлиона только 2 пока, да? Людоволк и Саблезу. Дети, у меня не одна коробка, 2. 2. А это кто? Саблезу. Покажи, какие от них инструкции. Саблезуба. А Людоволк, покажите инструкцию. Красненьким выделено то, что нужно трансформировать, да? Да. Какую часть? И теперь хотела покажи, отделить хвосты. А можно Доминик соединить хвосты? Пока рано, все очень понятно. Рано. Когда сделать робота? Хорошо. Смотри, какой большой инфинити. Да? Ну, давай померим. Давай. Инфинити. А будет. Когда будет еще у нас 3 робота металлиона? Они будут одинаковые. Мне кажется, они будут одинакового размера. Да, король варваров одинакового да. размера. Скажи еще раз, неустрашим боится. За 2 минуты готовы. За 2 минуты готовы. Мама, я не могу сейчас.